Песня чилийского композитора Серхио Ортеги «El Pueblo Unido, Jamás será vencido» «Когда народ един, он непобедим» или дословно «Единый народ никогда не будет побежден» безусловно стала мировым суперхитом. Эту песню без преувеличения можно назвать великой коммунистической песней. После переворота в Чили в 1973 году эта песня стала символом коммунистического и вообще левого движения, сначала в Латинской Америке, а потом и во всем мире. Во время революции «Гвоздик» в Португалии 1974-1975 год появилась португальская версия этой песни. В ходе антимонархической революции в Иране в 1979 году эта песня широко распространилась там. В 2007 году она стала символом левых протестов в Греции. Этот список можно продолжать долго. Песня была переведена на многие языки и широко известна во всем мире. Понятно, она переведена и на русский язык. Более того, есть несколько русскоязычных переводов этой песни. Но что должен сказать от себя? На мой взгляд, эта песня еще ждет своего русского переводчика. Я эти переводы не считаю особо удачными. Но тем не менее, даже не в особо удачных переводах, эта песня, безусловно, звучит отлично. В данном случае работники совхоза имени Ленина в поддержку Павла Грудинина спели перевод этой песни, который, ну, во всяком случае, по найденной мной информации, впервые прозвучал в Ленинграде в 1977 году. Но кто сделал этот перевод, не так найти и не удалось. Хотя, наверное, в свете сказанного это и не особо важно. Важно другое, что эта великая коммунистическая песня 70-х годов 20 века вернулась в нашу страну, в страну, родину первого в мире социалистического государства. Вернулась в 20-х годах 21 века. И сегодня она становится на глазах символом борьбы против путинского режима. На мой взгляд, также важно, что именно против путинского режима. Почему? Любой специалист знает, что в Советском Союзе, начиная со сталинских времен, не было социализма. Система в нашей стране переродилась. Произошла, как говорил Владимир Ильич Ленин, азиатская реставрация. И строй в нашей стране стал азиатским или политаризмом. Что такое политаризм? Классики марксизма и ленинизма в свое время описали детально. Описал об этом Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин. В свое время по личному приказу Сталина изучение политаризма было запрещено в советских учебных заведениях. Я уже начал разговор об этом в ролике, лучше зачитаю название, оно длинное. «Следователь Платошкина, я тебя все равно посажу» или «Что такое политаризм?». Ролик этот будет на конечной заставке. Думаю, мы дальше еще продолжим разговор об этой теме. Думаю, она именно сейчас самая важная, учитывая, что у нас в стране опять начинаются перемены. Но важно, чтобы перемены пошли в ту сторону, а не получилось, как при Горбачеве. Начали за здравие, закончили за упокой. Добавлю также, что путинский и сталинский режим очень похожи. Единственное отличие одно. У Путина нет, как сегодня выражаются, духовной скрепы. У Сталина такая скрепа была, коммунистическая идеология. Хоть он ее и извратил, но тем не менее тогда в коммунистическую идеологию люди еще верили. Сегодня уже ясно же, что Путину превратить в работающую идеологию православие не удалось, хотя он старался изо всех сил. Русский народ в 21 веке не принял православие, что уже тоже очевидно. Но в принципе это и ясно было. Чтобы в 21 веке принять религию, которая является пережитком даже не феодализма, а рабовладения, но это нужно было очень постараться. Ну и давайте посмотрим и послушаем эту песню в исполнении работников совхоза имени Ленина. С нами и с нами воля свободы им, какой народ в войне не победим. Нельзя молчать, когда земля в огне, когда свободу ставят на колени. Только в полный рост имеешь право петь, и вы вопрос, победа или смерть, чтоб к новой жизни выковать ключи. Хоть плачь, хоть пой, но только не молчи. Из криков стонов тысячи сердец родится песня братства миллионов. Пусть она над целым миром прогремит, пусть слышат все, свобода полетит. Наступит наш час, и мировая банда не выдержит гнева народа.
выдержит гнева народа гиганта. Борьба нас сладила, единственная наша сила. Борьба нас сладила, единственная наша сила. Эль Пебло, Унидо, Хаман Сера Бензидо. Эль Пебло, Унидо, Хаман Сера Бензидо. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.